Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В прошлом видео я показывала, как создать красивую композицию на спиле дерева. Такая композиция может стать отличным украшением вашего дома, а также прекрасным подарком для ваших друзей и близких. Сегодня я хочу показать, как из мусора сделать красивую корзинку. И эту корзинку можно использовать как кашпо для композиции. Это пластиковый контейнер, корыца, как это правильно назвать, из-под сыра и баночка из-под арахиса. Я освобожу ее от упаковки. Покажу, как я создаю корзинку с помощью шпагата. Прекрасный универсальный материал. Итак, для первой корзинки я взяла отрезок мешковины и хочу вот так со всех сторон с припуском обклеить ее.
Я приклеила по периметру отрезки бечевки. По 4 штучки вместе связала веревочкой. Сделала довольно большой отрезок бечевки. И теперь буду обматывать, оплетать, имитируя плетение корзинки. Плетение. Процесс это не быстрый, но зато получается очень красивый эффект. Сейчас я все эти веревочки опущу вниз и там закреплю клеем. Будет это примерно вот так выглядеть. Довольно аккуратный край. Еще один штрих. Нужно взять зажигалку и хорошо опалить полностью всю корзинку. Тогда мы избавимся от вот этих маленьких ворсинок. Получим более очерченную, более четкую картинку. Красота у нас получается. Например, из вот такой веревки можно сделать ручку для корзинки. Похожую корзинку я делала в подарок своей маме и заполняла ее полностью ромашками. Итак, я взяла кусочек мешковины, просто обычный кусочек. И заклеила края, чтобы они были аккуратными, красивыми. Здесь закруглила. У меня ножницы зубчатые. Ими удобно. Не осыпается. Ну, можно закруглить и обычными. В принципе, большой разницы нет. Теперь я беру по краю. Thank you.
получилось. Согласитесь, и правда очень похоже на настоящую плетеную корзинку. Из обычного мусора мы получили такую красивую корзину. Таким способом можно оплетать практически все. Вот. Вот это. Этот контейнер был лоточком для селедки. Точно так же оплетен. Сейчас я вам покажу, как оплетать круглые баночки. Итак, это обычная баночка из-под арахиса, которую я показывала в самом начале видео. Я хочу аккуратно срезать вот этот бортик, чтобы он мне не мешал. Вот что у нас получилось. У меня есть остатки мешковины. Я все-таки обклею, чтобы она не просвечивалась. Этот стаканчик. И по той же схеме буду его оплетать. Сейчас я точно так же нарежу джутовую веревочку на отрезке, приклею ко дну, оставляю примерно вот столько запас и точно так же буду оплетать. Получится такого же плетения, только уже круглая корзинка. Thank you.
спасибо за внимание. С вами была Дарья. Уютный теремок рукоделия. Подписывайтесь, ставьте лайки. Берегите себя.